Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем Bed & Plug Party, это классная игрушка про паркур. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас есть 12 попыток. Чпоинкс. Чпоинкс. Так, когда мы доходим до чекпоинта, начинаем с этого места. Ну все, не будем много болтать, будем сразу проходить. Эта игра очень крутая, здесь отлетают части тела. Сейчас, надеюсь, вы все сами увидите. А мы профессионалы, вот до этого момента. Уже с одной ногой можем прыгать. Давайте возродимся сразу, так будет намного удобнее. Все-таки один из чекпоинтов для первого левела это очень просто. Поэтому мы сейчас пройдем это все на изичном. Бежим. Еще один чекпоинт. Отлично, отличненько. Надеюсь, у вас настроение классное, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Потому что я просто кайфую, когда я играю в эту игру. Она очень крутая. А, я дошел! Я достал до чекпоинта. Начинается у нас, ребята, веселье. Начинается. Быстрей, 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 быстрей. Так. Чпоинкс. Так, продолжаю. Только начинаю разогреваться. Мне очень нравится эта игрушка. Она крутецкая просто. Первый паркур мы прошли. Всего за минуты 54. Отлично. Следующий. Хочу многовато пройти. Кстати, накачал я еще классные карты в воркшопе. Ну, надеюсь, я уже в следующей серии их покажу. Потому что хочу записывать в кооперативе со своим сыном. Как вы смотрите на такую идею, напишите в комментариях. Потому что мой сын уже установил ее. Будем вместе с ним. Кто лучше паркурист? В воркшопе сделали крутые карты. Хочется вам все показать. Сначала пройдем этих. Потому что те карты очень сложные. Пока есть разминочка у нас. На стандартных. Пробегаем. Я забываю, что иной раз shift можно использовать. Вот как вот здесь вот тут перепрыгиваем. Здесь у нас резалки. Перепрыгиваем. Повезло, повезло. Повезло, повезло. 20 континионов. Ничего себе. Мне кажется, я просто псих. Пройдем все. Еще бы чуть-чуть бы и жопу отрезала. Здесь вообще наизично. Здесь просто все очень легко. Простенько бежим себе, не напрягаемся. Эти карты легкие, вот дальше будет реально круто. Чпоинкс. Чпоинкс. Прям на мече замололо меня. Неплохо, неплохо. Продолжаем. Голова, голова. Я головой еще пройду, ребята. И не такое проходили. Здесь надо прыгнуть вовремя. Так, так, так. Нормальненько катимся. Такие звуки какие-то странные. Голова издает. Так, чпоинкс есть. Побежали дальше. Так, здесь надо... Ого, сколько впереди всего. Напишите, ребята, в комментариях, пройду я с первого раза это или нет. Эту часть карты. Вот видите, что такое на дурака? Ага. Знаете, что я могу сделать? Я могу назад к своему телу приклеиться. Так, так, так. Вставай. Блин, прикольно сделали. Очень быстро она прыгает. Здесь мы пробегаем, пробегаем профи. Здесь перепрыгиваем, здесь ускоряемся, здесь прыгаем. Блин, говно, не прошел. Не прошел с первого раза, ребята, кто писал. Со второго точно пройду. Блин, говно. Вроде когда на дурачка прыгаешь, лучше получается, чем когда сильно стараешься, я заметил. Здесь надо ритм поймать, вот, этот ритм я поймал, вот он, идеальнейший. До этого момента. Так, здесь отлично. Эх, нога, нога, нога. Быстрее. Еще раз. Давай, быстрее, голова. Говно. Прям пузяка в эту штуку прыгнул. Но ничего, нас такое не берет. Да что ж так. 14 континентов, не понял, а что, не пройду эту карту, что ли? Ускоряемся. Назад. Говнище. Хорошо. Все, хватит шутить, давайте пройдем по-серьезки все. То я шучу. Да-да, ладно, не шучу, хочу пройти со всей силы, да не получается. Ух. Ух. Не-не-не-не. Есть, есть. Я это сделал. 2 минуты 55 секунд. В принципе, довольно-таки неплохо. Продолжаем. Не хочу останавливаться, хочу быстро все карты пройти. На планете. Вдвоем, конечно, веселее. Но следующая серия уже будет с Яриком. Я хочу, я потренируюсь. Так, здесь приседаем. Здесь прыгаем, бежим. Ого, нифига себе, испугался. Тут уже такой вопрос, хватит ли мне 20 чекпоинтов? Чпоинкс. Первый чекпоинт есть. Чпоинкс. Так, 20 жизней было. Стало 9... А, 20 осталось. Все сходится. Главное, что до чекпоинта дохожу, оттуда можно начинать.
хоть так. Так, здесь надо в присядочку. В присядочку. Прыжок. Отлично! О, начинается мое любимое. Так. Блин, реально круто. Так, ты мне тут шутки не шути. Ого! Ого! Нифига себе, я смог! Да ладно, да как-то надо... Блин, смог пройти мощный молот, а вот просто где падает потолок, не смог. Вдвоем прикольно, когда ложками друг друга лупить можно. И бензопил есть. Так. Чпонькс. Ого! Ого! Как я достал! Жесть! Вот это резануло меня сильно довольно-таки. Такс, такс, такс. Молот Тора крутится. Вставай, вставай, вставай. Вот такс. Есть. Так, здесь надо поймать ритм. Это не он, это не он. Ползем, ползем, ползем. Голова чуть не лопнула моя. Отлично, давайте так пойдем. Попробуем пройтись. Изучим карту как раз. Так, это у нас мозги. Чпонькс, чпонькс. Ну, здесь, конечно, очень просто. Как я на зелезве не прыгнул. Чпонькс. Отлично, ребята. Даже с поломанным туловищем прошел. Такс. Такс. Блин, не знаю почему, но мне так нравится паркур этот. Главное, что ты когда как-то подпадаешь на лезвие, ты не умираешь. Есть еще шанс допройти. 2 минуты. Мы просто красавчики, ребята. Продолжаем, не останавливаемся. Сейчас еще в этой серии и стимовские карты попадут. Если так быстро буду проходить, у меня получится. Блин, жопа, я не могу назад свое тело приклеить. Так. Прикольно, на руках так бегу. В реальной жизни бы так уметь. Отлично, ребята. Ого. Вот это я просто на дурака прошел. Не знаю почему, но мне интуиция подсказала, что надо вот так вот по-странному прыгать. Самое обидное, если сейчас тут не будет чекпоинта, я сольюсь. Вон он, я вижу. Да ладно, ну как? Вот жопа, ладно, придется так пройти. Чпонькс. Нет, не получится. Так, ребята, смогу. Чувствую, что смогу. Но не в этот раз. Так, давайте выхватим. Куда мне, как мне правильно пробежать? Мне кажется, здесь самое лучшее пробежать. Здесь один молоток всего. Так, так, так. Прыжок! Подсрачника! Блин, хочу, чтобы мне дал подсрачник, а я туда долетел. Мне кажется, у меня получится. Да ладно, мне просто пот. Видели, как это немножко капельки пота, что ли, или то крови было? Пот, наверное. Подспотел мы немножко. Буду заранее прыгать, чтобы допрыгивать. Отлично. О, здесь вообще самое прикольное начинается. Чпонькс. А, нет, нет, нет. Блин. Не получилось. Ну хорошо, что у нас есть чекпоинт, и мы отсюда начнем. Так, мне кажется, вот здесь надо проходить. Здесь самое легко. Опс. Теперь здесь. Опс. Так, так, так. Так, теперь нам надо вот сюда. Да, на самом деле, довольно-таки, ребята, и легко. Я думал, будет сложнее. Я первый раз помню, когда я играл эту игру, было так сложно. Мне казалось, что... На самом деле, нет. Но... Что за говно? Я думал, это кнопка какая-то нажимать. Ладно, ладно, идемте дальше. Так, что у нас тут? Аккуратно, аккуратно, чуть не скинула меня эта кабака. А, хорошо, что я прыгнул. Так бы вскинула, точно. Так, 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 так. Здесь никого нету. Вот здесь надо что-то нажимать? Не надо. Картинка очень смешная сделана. Коняка с головой человека. Это сильное заявление. Так, где у нас чекпоинт? Что я его не вижу? Так, эти штуки заблюрены сильно. Как на дискотеке. Отлично, отлично. Так, мы нажимаем двери, спрыгивая вниз. Так, 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 вот здесь вот у нас. Нет, не, 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 не. Так, не получилось, а. Сейчас точно, ребята, получится. Надо просто выхватить, как оно... А! Хоп, хоп. А что тут молоток светится, а ничего нету? Оп. Ах, блин, жопа! Я испугался. Все, ребята, вот сейчас точно пройдут. 13 чекпоинтов, я должен пройти эту карту по-любому.
Быстрее! Фух! Ого, мне повезло! Нет, нет! Ну почему я бросил вперед? Еще чуть-чуть бы и допрыгнул. Блин, ну сейчас получится... Не, я уже понял, как тут проходить довольно-таки простенько. Вот до этого момента. Ползи! Да ползи, голова! Я могу до туловища при... Блин. Хотел до туловища присоединиться, я знаю, что можно. Так, все. Хватит шутки. Беги! Ну беги! Назад откидывала. О, так что можно было? Это законно? А! Да быстрей! Есть! Так, 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 ребята. Воу, как мне повезло там, я не знаю. Так, энергия должна набраться. А то мне не хватит допрыгнуть. Фух, ребята, я это сделал. У меня получилось. Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!